Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы с вами обсудим актуальность печатных изданий. Друзья, внимание на экран. Печатные издания являются одним из традиционных каналов массовой коммуникации. В настоящее время тема развития печатных изданий и их будущее является важнейшим вопросом в издательской деятельности. В Якутии, как и везде, роль интернета быстро растет, но и традиционные СМИ по-прежнему снабжают значительную часть населения достоверной информацией. Нюргуяна Стручкова – профессиональный журналист и маркетолог, являющийся сегодня генеральным директором «Саха-печати». Одной из крупнейших в нашей республике медиакомпаний, представленной в каждом районе республики районными газетами и сетевыми изданиями, а также порталом Улус Медиа на уровне всего региона. Сегодня перед командой Нюргуяны Михайловны стоит задача создания сети локальных цифровых медиа с охватом аудитории всей республики. Сохраняет ли актуальность печатные издания? И какое будущее ждет печатные СМИ? Друзья, чтобы разобраться в этой проблеме, нам нужно разделиться на две группы. Мечтатели — это те, кто считают, что печатные издания не теряют своей актуальности. При этом они умеют работать и с теми, кто предпочитает интернет-СМИ, публикуют статьи на интернет-ресурсах, создают фото и видеоконтент. Реалисты — это те, кто считает, что печатные издания не актуальны. Широкие массы населения выбирают цифровые ресурсы, а то небольшое число тех, кто покупает газеты и журналы, постепенно переходит на интернет-СМИ. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в позиции реалистов, может перейти к ним и наоборот. Мечтатели у нас будут справа, а реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Профессиональный журналист, генеральный директор «Саха-печати» Нюргуяна Стручкова. Здравствуйте, присаживайтесь. Нюргуяна, здравствуйте. Вам дается одна минута для того, чтобы вы могли рассказать немного о себе. Пожалуйста. Меня зовут Нюргуяна Стручкова. Я писала в газетах со школьного возраста. Я публиковалась в районных газетах, в детской газете «Кэскиль». Определилась с выбором будущей профессии где-то в классе седьмом, наверное. Я целенаправленно готовилась поступать на журналистику. Слава Богу, к тому моменту, когда я решала это, у нас открылся в университете, открылась кафедра журналистики в 93-м году, и в 94-м я успешно поступила на эту кафедру нашу, да. У нас профессором был Олег Дмитриевич Якимов, который основал, открыл эту кафедру. И мы вот с моими однокурсниками, которые также остались очень многие в нашей профессии, одни из тех, кто выбрал по именно, наверное, зову души, работают сейчас в средствах массовой информации по профессии. И я окончила с отличием кафедру и поступила работать в вновь созданную газету «Илтумен». И проработала всю жизнь в газетах, в «Ясе». И то есть моя работа была связана всегда с газетой. Я газетчик, я проработала также в районной газете Верхневилюйского района главным редактором. Вот, и то есть у меня все это шло постепенно. Я была и в негосударственных СМИ, работала в нашей газете «Наше время». В ее очень такой период яркий, да, с Кириллом Викторовичем Алексеевым. И также и в районной газете, и в республиканских, и в информационном агентстве «Ясия». То есть у меня достаточно такой большой опыт журналистики, который привел, наверное, меня к тому, что я сейчас являюсь генеральным директором «Саха-печати». Это большой холдинг, который включает в себя 33 редакции, которые издают
36 изданий. У нас здесь в республике также в Якутске 5 изданий. Это 2 газеты и 3 журнала. То есть мы сегодня являемся таким очень большим медиахолдингом на Дальнем Востоке, я могу так сказать. Угу. Начнем мы все это наше дело непосредственно с блиц-интервью. Соответственно, быстрее вопросы, быстрые ответы. Итак, первый вопрос. Какие преимущества работы в печатных СМИ вы можете выделить? Складывать в слова свои мысли – это базовая компетенция человека в целом, да? А собирать и создавать смыслы – это выкладывать в печати то, что написано, не вырубить топором. Вот это вот остается то, что сказано в эфире, оно уйдет в эфир. А то, что будет на бумаге, оно останется на очень долгие годы. Вас будут потом находить то, и, может быть, преследовать, может быть, восхвалять. Да, тут, то есть это очень большая ответственность. Как решить проблему нехватки молодых кадров в региональных СМИ? Наверное, повышением заработной платы. Мне кажется, если у нас будет очень хорошая заработная плата, то почему бы эти ребята не пришли бы к нам работать? Каким образом печатные издания способствуют сохранению якутского языка? Вы знаете, это особый культурный пласт, на котором выросли поколения, да, который задавал тренды в целом в обществе, в том, как люди думают, в том, как они говорят, в том, как они обсуждают. Да? То есть из этого выходили направления жизни людей, то, как они строят взаимоотношения между собой. Да? И в этом плане это... не знаю, не переоценить, а как-то, ну, очень сложно дать такую адекватную оценку значимости явления в целом, как, ну, газеты, да, именно в сохранении языков. Какими компетенциями должен обладать современный журналист? Сегодня у нас требования к нашим журналистам очень высокие. Нужно оформлять слова в тексты и для газеты, и для телеграм-канала, и тут же провести какой-то репортаж и, может быть, заменить здесь Антона, да? То есть это должен один человек все это уметь. Требования очень большие. Раньше вы могли только работать на телевидении, быть, не знаю, редактором за кадром, который режиссером, а сегодня у нас вы должны быть... много в одном. То есть сегодня так. А как вы считаете, составляют ли частные СМИ конкуренцию государственным? И почему? Конкуренция должна быть всегда. Конкуренция между всеми, да? То есть здоровая, адекватная конкуренция, она заставляет двигаться, она заставляет повышать качество, уровень твоего мастерства. Но если это происходит на равном поле, да, когда мы понимаем, что такое профессиональная журналистика, и мы понимаем, что такое блогерство, когда ты видишь то, что ты поешь, и все, да, то есть нет никакой ответственности, ты можешь там выпалить, вот что-то увидел, тут же вытащил, да, а журналист должен нести ответственность за то, что он написал, За достоверность фактов, которые он привел в своих материалах, за достоверность тех цитат, которые вы приводите в своем материале. То есть тут совершенно разные вещи. Нужно здесь правильно понимать, кто с кем конкурирует. Формируют ли печатные издания, как вы считаете, патриотизм у подрастающих поколений? Конечно, формируют. Это традиции нашей страны, которые сохраняются в наших семьях, в каждой семье, не только в Якутии, в целом в стране, да, которые у нас есть именно любви к своей родине. А родина, что такое родина? Знаете песню, да? Это вот твой дом, твои родители,
твой двор, в котором ты вырос, это и есть родина. То есть, а все это, оно через, через семью, через воспитание и ощущение стержня внутри тебя, да, кто ты, откуда, ну, зачем и куда ты идешь, если у тебя нет ни корней, если ты перекати поле, то кто ты, для кого вообще, кто ты. А если у меня есть то, на что я могу опереться, это уже совсем другой разговор. Итак, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться на нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились мечтатели. Мечтатели — это те, кто придерживается мнения о том, то, что печатное издание у нас сохраняет актуальность, ну и помимо этого они умеют работать и с теми, кто предпочитает интернет-СМИ. Публикуют статьи на интернет-ресурсах, создают фото и видеоконтент. Слева от вас уже расположились реалисты. Реалисты — это те, кто считает, что печатное издание не актуальны. Широкие массы все чаще выбирают цифровые ресурсы, а то небольшое число тех, кто все же покупает газеты и журналы, постепенно переходит на интернет-СМИ. Сейчас мы уже обратимся к вам, дорогие друзья. Поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны? Чем обусловлен ваш выбор? Ну, давайте начнем по нашей традиции с мечтателей. Печатный вариант, ему больше доверяет народ. Он более авторитетное издание. То есть, когда идет реклама, то есть экстренное сообщение по какому-то новостному каналу, бывает, часто бывают очень непроверенные данные туда поступают. А печатные уже туда поступает информация абсолютно проверенная и откорректированная. Народ больше доверяет печатным изданиям. Реалисты, пожалуйста. Я считаю то, что журналистика и интернет могут стать будущим лучшими друзьями. Ведь нам удобнее сесть, взять телефон и просто начать читать какую-то новость. Да, в интернете не вся информация может быть настоящей, иногда может быть ложной, но легче же просто взять и прочитать. А еще идет и вопрос экономии. Как бы, что у нас бумажное издательство — это бумага, а бумага — это дерево. А дерево что? Правильно, природа. Поэтому я за экологию, за удобство. Хоть и информация не достоверная, но всегда можно найти достоверную информацию. Интернет-то и есть площадка полна знаний всего мира. Хоть там и может быть некая ложь, но там, я думаю, считаю, где-то 80% правда. И остальное — это ложь. Мечтатели, пожалуйста. Печатные издания, они все-таки имеют физический носитель. Как бы хороша, как же бы хороши не были эти новые технологии, которые используют там 3D, там VR технологии, но все же печатное издание, ты ощущаешь его всеми спектрами ощущений, которые есть у человека. Ну, можно даже понюхать, да? Почувствовать на вкус, если хочешь, там, не знаю, почему, не знаю. Послушать, как шуршит бумага, ощутить, насколько она шершавая. Взглянуть на него таким, каким он есть. И со временем он как же состаревает, так же, как и ты. Или же это, как исторический элемент, он очень важен. То, что бумага, она, конечно, типа недолговечна, но все же она как элемент истории, она очень важна. Она прекрасна, как ко мне. Она, на нем может быть написано всякие классные штуки, всякие ненужные штуки. Но сам факт того, что на нем можно написать классно и сохранить его, то это, по-моему, как элемент истории все-таки, как-никак. Реалисты, пожалуйста. Я выбрала сторону реалистов, потому что считаю, что в наше время более актуально читать новости в гаджетах, потому что это и удобно, и не нужно тратить деньги на покупку газеты. Также не нужно никуда идти, чтобы купить ее, просто открыть в телефоне новости и прочитать их. Допустим, не во всех селах и деревнях есть интернет и качественная связь, поэтому не все могут узнавать новости, что происходит в мире, и печатное издание — это единственное, что может дать им эту возможность открыть выход в свет. Конечно, в печатных изданиях это есть своя эстетика,
но все-таки сейчас 21 век, век технологий, век информатики, и поэтому я думаю, что через мобильный телефон видеть и читать это легче и удобнее. Также по поводу ложной информации, да, есть проверенные сайты, где тоже все редактируется, и поэтому, наверное, все-таки лучше. Я нахожусь на стороне мечтателей, потому что я считаю, что печатные СМИ — это основа основ, так сказать, и она будет актуальна еще долго. Спасибо. Ну что, друзья, мы послушали ваши мнения. Давайте перейдем к вашим вопросам, к нашей гости. Вопросам к Нургалине Михайловне. Пожалуйста. А можно ли стать журналистом без соответствующего образования? Да, конечно. У нас очень много коллег замечательных и сейчас, и в советское время. Геологи становятся, биологи становятся журналистами. То есть тут историки. Историки, да. Тут не важно профессиональное образование, но желательно. Спасибо. Поаплодируем. Пожалуйста. Так, у меня вопрос. Печатные издания, они как музыка раньше были везде. Сначала началось радио, ну, печатание, радио, потом начало все развиваться, и в какой-то момент мне как-то в голове сложилась ассоциация того, что музыки и СМИ как-то. И музыка, она сначала была в пластинках, потом начали их цифровать, так же, как и печатные издания, получается. И таким образом, то, что сейчас есть такие пластины, это виниловые. Может ли печатное издание стать как-то тоже таким же, что-то элитарным? Раритетом? Таким, да, таким статусным. Мы не можем взглянуть, что будет в 30-м году, в 40-м году, в 50-м году, да, когда у нас вот за 10 лет происходит такие глобальные изменения. Когда я в 2006 году работала в редакции Верхневилюйского района в Югебелю, да, у нас была передовица, я ее так помню, что в удаленном поселении Тобуя у нас появилась телефонная связь. Это в 2006 году. Просто вот телефонная связь, у нас вышла передовица. И в таком вот удаленном наследии в 2006 году только как бы там телефонная вот эта, ну, кнопочная связь обычная, она только тогда появилась. А сейчас как бы вот что, да, за такой короткий период у нас такие изменения. И мы не можем вот сказать, будет вот так и все, да. Угу. Тут... А можно я дополню вопрос? Да. Но у нас печатные издания всегда очень тесно связаны с понятием вообще подписки. А что, если у нас подписки упадут, там, сойдут на нет? Останутся ли у нас в таком случае печатные издания? Если будет спрос, почему люди не будут подписываться? У нас сегодня подписчики очень активные. Вы знаете, у нас осталось очень мало печатных изданий, но они продолжают свое существование благодаря подписчикам. Именно не тем, кто покупает, да, а тем, кто подписывается на эти издания. Но вы, наверное, изучали, вот, кто чаще всего становится подписчиками. Кто же эти люди? К каким слоям они относятся? Конечно, это те, кто читал и вырос на печатных газетах. Да? Поколение моих родителей, ваших, наверное, дедушек, бабушек. Да? Но и сейчас есть те, кто читает и подписывается газеты в районах моего возраста тоже. То есть я не могу здесь определенно сказать, что будет какой-то такой прогноз, что с уходом поколения у нас не останется подписчиков. Пожалуйста. А могут ли считаться блогеры, которые публикуют на своих страницах, например, в пабликах в Телеграме, может, а на Ютубе, считаться настоящими журналистами без образования? Есть понимание ответственности, про которое я говорила, да, когда ты можешь... Мы вот опубликовали новость, ну, какую-то, да, даже, ну, на том же сайте новостном, да. Потом кто-то мне звонит, а это же вот не так, да. Мы тут же ее исправили. А то, что в газете отпечатано,
и ушло. Я не смогу исправить вообще никак. То, что уже ушло, разошлось, это... А то, что в интернете, я могу миллион раз поменять. То, что я сказала, то, что там кто-то сказал, или вообще удалить то, что там опубликовано, да? То есть тут очень много запасных дверей, в которые можно убежать от ответственности. Именно базовая тут основа – это ответственность. Когда ты несешь ответственность за свои слова, за то, что ты уверен в том, что ты говоришь, это есть истина, правда, хотя бы достоверная какая-то, да? И в том, что ты как бы вот уверен, что это так на самом деле. Я бы хотел спросить, можно ли работать журналистом исключительно дистанционно? В наше время после пандемии это оказалось очень даже возможным, что можно работать дистанционно. Можно быть, мне кажется, редактором, наверное, да, ты сидя можешь на сайте что-то делать, редактировать, собирать материалы как-то удаленно, да, но потом, после пандемии, как у нас на практике оказалось, все-таки очно мозговые штурмы необходимы, когда мы делимся друг с другом, когда ты приходишь вот так вот в студию, или когда ты идешь с тем, с кем, у кого берешь интервью, да, не по телефону, не по скайпу, не зуму, да, а вот так, то это намного эффективнее, что ли. У нас есть небольшой сюжет, видеоопрос по теме нашего обсуждения. Поэтому, друзья, внимание на экран. Печатные издания. Ну да. Пока есть поколение, там 60+, будет еще актуально. Конечно, актуально. Они и раньше были актуальны, и сейчас очень актуальны. Печатные СМИ, нет, уже не актуально. А как вы думаете, с чем это связано? Ну, связано, что все в интернете, получается. Портал доступен, все информация, да, можно почитать. Печатные СМИ, ну, наверное, актуальны. А почему? Ну, как бы не у всех же есть интернет, хочется почитать, как бы это очень даже интересно, чем искать где-то в интернете какую-то информацию, поэтому... Но сейчас бытует такая проблема, что печатные издания теряют свою актуальность, популярность среди общества, и стоит ли как-то с этим бороться, и как можно это сделать? Ой, как бороться, я даже не знаю, потому что я сама работаю, ну, в образовании, ну, конечно, сейчас дети стали, ну... Меньше читают, и если даже читают, они вот в телефоне читают. Не знаю, возможно, какая-то геймификация, поиск кладов и так далее. Люди же, ну, молодежь любит что-то такое, развлечение, что-то такое вот. Вот смотрите, бумажные носители всегда в актуальности будут, потому что удобнее читать так. Ежели через монитор, ежели через, ну, через электронную книгу или как-то так далее. А как вы считаете, какое будущее ждет печатные СМИ? Ну, опять же, не могу сказать, но надо, конечно, читать и как-то детей прививать, вернее. Ну, я думаю, что у людей все равно будет ностальгия, да, как книжным книгам, бумажным книгам, поэтому, думаю, они останут. Чё? Печатные СМИ, ну, о них будущее, как сказать, для архивов может подойти этот, как это, цифровой, он теряется, а бумажный остается, может. Я думаю, оно так и останется. То есть, печатное, мне кажется, так и будет. Да? Потому что, мне кажется, невозможно жить без книжки, без печати, без газеты. Друзья, мы послушали мнение наших горожан, ну и сами давайте тоже зададимся этим вопросом. А, ну, окей, печатное издание – это непосредственно тот продукт, который производится нашими печатными СМИ. А какое будущее ждет печатные СМИ, так сказать, в перспективе? Я считаю то, что, ну, интернет – это наше все.
он и помогает и обычным людям, и людям с, ну, с рождения, которые родились с некими недостатками, как зрение, слух или даже паралич тела. Интернет им может в этом очень сильно помочь, потому что, ну, человек, который не может ходить, как он, ему будет, что ли, легко пойти в магазин, купить газету и начинать читать? Ему будет легче достать, не знаю, телефон или попросить близкого, который дома с ним находится, достать телефон и начать читать в интернете. Это намного легче, доступнее, как я считаю. Печатные издания, они как культурный феномен уже на протяжении очень многих сотен лет, уже там тысячи, там в папирусах тысячелетия уже, с папирусов начиналось. Они же были тогда, были сейчас и будут потом, скорее всего, так как это уже неотъемлемая часть нашей культуры как человечества получается. И в принципе, человек хочет, так человек будет. Там есть предложение, будет спрос, как говорят. Пожалуйста, реалисты. То я думаю, что все так неоднозначно. Я не могу говорить, что вообще печатные издания исчезнут совсем, но сейчас уже идет переход к интернет-СМИ. Ага. Вот. И думаю, что уже лет через 10-15, не знаю, большая часть перейдет уже интернет-СМИ. Я так считаю. Пожалуйста, еще мнение давайте со стороны мечтателей послушаем. На мой взгляд, в будущем печатные СМИ, можно сказать, исчезнут. Ну, не полностью, но большая часть населения начнет читать новости именно с гаджетов и технологий. Я тоже не занимаю какую-то позицию того, что что-то пропадет навсегда. Нас очень много, мы все очень разные, и я считаю, что все это будет уживаться, как и печатные издания, так и интернет, и все это вместе будет существовать, ну, всегда. Ну, давайте немного расширим наш вопрос, давайте вообще зададимся такой проблемой. Какие проблемы, возможно, социальные, не знаю, экономические, должны решать СМИ в целом? Какие проблемы должны решать СМИ? Я считаю, то, что СМИ должны решать именно социальные проблемы. Проблемы науки, техники, их сильно не касаются. Ведь самый большой страх человечества – это незнание того, что его ждет в будущем. И благодаря СМИ они избавляют жителей от этого ужасного страха, неизвестности. Интернет и бумажные СМИ, я считаю, одинаковы будут в плане пользы социальной сфере. Любая проблема может решиться СМИ тем или иным способом. Напрямую или же косвенно. Напрямую это, считай, как если проблема насилия в семье, допустим, пропаганда здоровых отношений или же пропаганда того, что нормально идти к семейным психологам. Косвенные же они пропагандируют, ну вот, или же косвенная пропаганда того, что решение проблем вообще любого, допустим, того, что очень много стало велосипедистов на дорогах. Именно на самих дорогах, не ездят по тротуару, а на дорогах. То тут уже... Долой велосипедистов. Да, да. И тут начинается авария на каком-то... авария на перекрестке. Велосипедист поехал на красный. И таким методом уже косвенно влияет на людей, то, что на дорогах буду и больше не кататься, поеду на тротуаре. Будет безопаснее. Тоже считаю, что всевозможные проблемы, любые проблемы людские... Ну, я думаю, что СМИ должны, в общем, освещать проблемы любые общества, чтобы исправлять их. Социальные проблемы. Окей, спасибо. Ольга Михайловна, вы человек все-таки журналистики опытный. Каково ваше мнение? Какие все же проблемы у нас должны решать СМИ? Как нас учили на кафедре журналистики, да? То есть это информирование общества, во-первых, да? А где вы узнаете, что что-то происходит, да, в разных сферах, разных областях? Это базовая функция, которая выполняет СМИ, это информирование всех населения, да, всех, кто работает. Вы в первую очередь узнаете из СМИ. А дальше уже идет это как площадка, на которой те же люди могут
высказывать свое мнение, или журналист может вынести два разных мнения о тех же велосипедистах. Да? То есть СМИ — это такая площадка, на которой общество высказывает разные точки зрения, как у нас, например, сегодня. Да? То есть мы сегодня вот выступаем в телевидении как площадка, которая раскрывает две стороны, две точки зрения, и таким образом происходит обмен мнениями в обществе, да, как все это происходит. То есть это, во-вторых, да, то есть информирование, площадка для того, чтобы люди могли высказываться, и свою точку зрения высказывать. И, в-третьих, это некий культурный код, да, когда мы не писатели, но и не блогеры, да, когда журналистика выполняет некую культурную функцию в обществе, и она несет такой, в том числе, особенно в том числе печатные издания, какой-то вот уровень взаимоотношений в обществе, который должен быть, да, то есть у него есть своя такая миссия, своя культурный функционал в том числе. Давайте зададимся вопросом, а как нам вообще решить следующую проблему? Как нам привлечь, как замотивировать молодых специалистов работать в районных редакциях? Стимулирование заработной платой. Угу. То есть заработная плата должна компенсировать все те неудобства, все те недостатки, допустим, технического характера, недостатки информационного характера, должны компенсировать молодым журналистам. Как по мне, самая большая мотивация для журналиста – это полная свобода, ну и еще заработок. Могу сказать то, что если помимо заработной платы, как увеличить количество журналистов в стране, в регионах, то это нужно, скорее всего, прорабатывать уже в детстве. Это как получается открывать в школах медиа, школы, допустим, что-то вроде. Как привлечь? Я считаю, что нужно вообще в школах освещать профессию журналистики, как говорили ранее, создавать разные медиаклубы, набирать детей, работать в стенгазетах, в газетах. Вот. И, конечно же, поднять заработную плату и обеспечить удобство в местах, где они будут работать. Собственно говоря, я думаю, мы очень многие акценты расставили, которые касаются нашей темы. Ну и, соответственно, Нюргай Михайловна, какой совет вы бы хотели дать участникам сегодняшней аудитории, ну и нашим телезрителям? Участникам вот сегодня нашей передачи, да, ребятам очень много читать. Очень много читать именно настоящей такой литературы, больше понимания тех процессов, которые происходят у нас сегодня в обществе. Да? То есть это то, что необходимо сегодня журналисту. Поэтому... Да, больше узнавать, больше быть насмотренным, начитанным, больше активным, да, и видеть жизнь вот так вот, на 360 градусов. Ну что ж, а сейчас настал тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в позиции реалистов, убедился в том, что печатные издания более не актуальны, может перейти к ним. Ну и наоборот, реалист, который убедился с точки зрения мечтателей, убедился в том, что они все так же актуальны, имеют будущее, может перейти на ту сторону. Соответственно, друзья, определяемся с своей окончательной позицией, ну и можно будет перейти на счет 3. Раз, два, три. Девушка одна перешла. Пожалуйста, поделись, почему ты все же решила поменять свою точку зрения? Будущее есть вообще у всего. Вот. И у печатных изданий, и у интернета, потому что людей много. Вот. Угу. Спасибо, поаплодируем. Ну что ж, интересная дискуссия. Как вы считаете, у нас по традиции есть, так сказать, возможность героя определить лучшего участника, ну и кого вам бы хотелось выделить? Я, наверное, вот молодого человека отметить хочу. Спереди.
Да. Пожалуйста, мы тебя приглашаем подняться на наш подиум под ваши аплодисменты. Нюргана Михайловна, что вы подготовили для лучшего участника? У меня такая книжка нашего писателя, который, к сожалению, ушел из жизни в том году, Василий Егорович Харасхал. И книга, изданная по его работам, которые он собирал по архивам, по многим, да, ездил. Здесь собрано все, что касается тех людей, которые внесли вклад в развитие нашей республики. Здорово. Так, ну, пожалуйста, представься, немного расскажи о себе. Меня зовут Антонов Айсен, учусь в СУФУ, являюсь студентом 4-го курса уже, получается. Журналистикой занимался, ну, не особо занимался, но я очень увлекался именно изучением мира через журналистику. Спасибо, давайте поаплодируем Айсену. Теперь, друзья, мы приглашаем вас всех подняться к нам сюда на подиум, для того, чтобы мы еще могли немного друг с другом пообщаться, ну и пообщаться с нашей гостьей. Это была передача «Я молодой», и с вами был ее ведущий Антон Васильев. Будем развиваться вместе на благо себе и родной республики. Всем пока! Понравился формат обсуждений, мне понравилось общаться с ребятами, мне понравилась их честность, с которой они говорят свое мнение, да, это было очень интересно, поскольку, ну, я чувствую такую честность в ответах, да, это вот совсем такие молодые ребята, которые вот только начинают смотреть, озираться по сторонам. И на старте мне кажется, что очень даже и ничего.